Мы, бойцы полка имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, обращаемся к Верховному Главнокомандующему. Уважаемый Владимир Владимирович, наш полк носит имя первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Он назван в честь человека, который отдал жизнь за свой народ и за целостность нашего государства. Мы круглосуточно, не жалея своих жизней, стоим на страже безопасности и целостности нашего государства. Мы просим вас пресечь попытки оскорбления бойцов нашего полка со стороны «Новой газеты». Уважаемый Владимир Владимирович, после последней проведенной успешной спецоперации по уничтожению террористов, находившихся в республике, против нашего полка начали устраивать провокации и клеветать. Считаем это недопустимо. Нам наша честь дороже жизни. Уважаемый Владимир Владимирович, чтобы получить политическое убежище против нас, какие-то подонки сочиняют ложь, придумывают все, что им угодно. Понятно, почему они это делают. Ну и вообще с этими людьми все ясно. Но почему находящаяся здесь в России «Новая газета» распространяет их ложь по всей стране? Сидя в столице России, они систематически выпускают лживые статьи про нас, про Чеченскую Республику. Мы считаем, что эти провокации надо остановить, так как они вредят всей нашей стране. В Чеченской Республике 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбление всего личного состава. Просим Верховного Главнокомандующего остановить эти нападки и остановить этих людей, которые оскорбляют нас, возводят ложь на пол Кадырова и на Чеченскую Республику.